вчера получила новую коробку с iHerb с нашими заказами. Сейчас покажу вам, что у нас здесь есть. Это цинк, очень хороший препарат, отличная дозировка цинка, также органические фрукты, пробиотики, ферменты, минералы. Так, две большие банки ацеролы с биофлавоноидами для лучшего усвоения. Цинк в хелатной форме, кстати, очень крутой цинк, его постоянно нет на сайте. Я вот выхватила случайно 5 коробочек. Так, здесь у нас идут биофлавоноиды, которые тоже совместно работают с витамином С. Дальше глюкозамин хондроитин для суставов. Витамин В12. Так, здесь у нас папайя с хлорофиллом. Так, также у нас кальций и магний цинк, тоже хорошая дозировка цинка, кальция и магния. Хороший препарат, кстати, бюджетный очень, тоже очень часто нет на сайте. Подсолнечный лецитин, вот такая огромная банка, он повышает работу мозга и укрепляет нервную систему. Так, и вот еще такой вот я взяла пробник, чай матча с витамином С. Тут должно быть, по идее, вроде как 3 разных чая. Жидкая бузина для иммунитета. Так, это я здесь заказывала. Витамин D будет для Тёмы. Детский витамин D в каплях. Так, витамин D3 плюс К2. Дальше это у нас... Это у нас также черная бузина, эхиноцея, витамин С. Вот в таких вот вкусненьких сахарных конфетках. Так, и это у нас можжевельник, плоды можжевельника. Вот еще забыла показать коллоидное серебро. Кстати, это очень хороший природный антибиотик. Обладает антимикробной активностью. И вот еще у нас есть железо от Solgar. Фирма тоже очень крутая, в хелатной форме. Так вот оно запечатано. В общем, вот такая вот у нас совместная закупка.